Представим такую ситуацию. Вам предлагают 1 миллион долларов, и вы снимаетесь в фильме «Гитлер капут 2». Вы согласитесь? Да. Конечно. А вы у нас двоих спрашиваете? Вы же говорите, Василий Павлович. У Павла спрашиваю. Ну вот, да. Мы же за одной партой. Да. Ну, блядь, миллион долларов, да. Но а смысл какой? Чтобы что? Да, я бы снялся в «Гитлер капут 2».